Любой фестиваль – это сулящая немало радостей долгожданная встреча. Каждая значительная персона в его афише прописана крупными буквами, отдельной строкой. 13-й фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе», куда были приглашены выдающиеся певцы современности, не был исключением. Афиша «Алеко» манила выступлением легендарного баритона Сергея Лейферкуса. До последнего не верилось, что такое возможно. Лейферкус – артист, который нужен всем, всегда и везде. И если он хотя бы месяц в году поет в России, считайте, что стране крупно повезло. Сцена 13-го Шаляпинского испытала счастье принимать у себя великого артиста. В жизни вне сцены Сергей Лейферкус прост и обычен, как большинство гениев. Вот несут сапоги. Дай кому сапоги? Лейферкусу. Просто не верится, что лучший в нашей стране и за рубежом исполнитель партии «Алеко» в одноименной опере Рахманинова Сергей Лейферкус, гость фестиваля. Может быть, вам не вредно сделать? Да, конечно. А как же, конечно. Естественно, так я скажу. Да, конечно. Что это одна из моих самых любимых опер. И... Вы лучший «Алеко» в мире? Хочется верить, понимаете, потому что, с одной стороны, конечно, это субъективное мнение, а с другой стороны, есть какие-то собственные ощущения. Естественно, хочется верить, что ты действительно в этой роли один из лучших. Ну, может быть, не лучший, но один из лучших. Потому что, знаете, русская поговорка: одному нравится поп, другому попадья, а мне лично попова дочка. Когда Оскар мне позвонил и сказал, что будет проводиться очередной фестиваль Шаляпинский, и предложил мне спеть «Алеко», я, в общем, с удовольствием согласился, потому что, с одной стороны, это, знаете, жизнь коротка, и дружеские отношения – это самое главное, наверное, в жизни, что сейчас присутствует. Это во-первых. И во-вторых, я никогда не был в Уфе, всегда мечтал приехать, но, знаете, просто так приехать не получается. А тут, так сказать, замечательное единение порыва приехать и возможности выступить. В одном из интервью певец признался, что после 55 лет у баритонов происходит спад. Сейчас Лейферкусу 64, и очевидно, что с прогнозом о спаде он погорячился. Уфимскому зрителю посчастливилось познакомиться с таким «Алеко», о каком, быть может, и Пушкин-то с Рахманиновым не мечтали. Одна, хоть и гениальная каватина, и несколько реплик в мизансценах. Вот, по сути, и вся партия, как она выписана композитором. Ему бы «Онегин» или «Амонасро» петь. Там есть где развернуться драматическому и певческому дару. Но один из лучших в мире «Алеко» потому и стал им, что каждый миг на сцене прожит им предельно выразительно. Даже не издавая ни звука, Лейферкус способен стать центром оперной вселенной. И каким образом эти синие глаза извергают молнии, искры от которых долетают до последних рядов партера, хотелось бы спросить у литовско-немецких предков Лейферкуса. От его «Алеко» невозможно отвести глаз. Редкий случай, когда молчание на сцене столь же красноречиво, как и пение. Если мастерство можно было бы измерить, то эталонный балл мог бы называться «Лейферкус». Представляете? Один «Лейферкус», два «Лейферкуса» и так далее,
по многобальной Лейфер-Кусовской шкале.
Тотчас во след неблагодарной,
ты хищник моей коварной, кинжала в сердце не вонзил. Зреною всем дается раз, чтобы я будет вновь. О нет, когда над песной моря найду я спящего врага, Yeah.
скажи, придешь ли на свидание? Придешь ли на свидание? Со жестью тайной. Где ж расти любви случайной? Молчи мне, пение надоело, я диких песен не люблю. Thank you.
спит. Луна над ним полночной красотою блещет. Что ж сердце бедное трепещет, какою грустью я томим. Я без забот, без сожалений веду кочующие дни. Презрев оковы просвещения, я волен так же, как они, я волен так же, как они. Я жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. О, играют страсти моей послушной душой. Земфира, как она Oh, Zephyr.
Thank you.
Yeah.
Спасибо.